Университет для школьников рассчитан на популяризацию научных знаний через темы, которые вызывают интерес у детей. Для обучения приглашаются дети в возрасте от 11 до 17 лет, желающие окунуться в студенческую жизнь, будучи еще школьниками. Дети, которые будут обучаться в нашем университете, получат массу новых знаний. Будут работать по специально разработанным программам, ставить опыты, исследовать, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, отвечать на вопросы, искать ответы и многое другое. На сегодняшний день школьникам на выбор представлены 6 направлений обучения. Инженерно-техническое, что подразумевает программирование и робототехнику. Экономика-правовое, это бизнес, маркетинг, менеджмент и юриспруденция. А также рисунок, танцы, психология, иностранные языки, история, биология и многие другие. В дальнейшем будут учитываться и другие запросы учащихся и родителей. Занятия будут проводиться в субботу и в каникулярное время. Занятия будут проводить профессорско-преподавательский состав нашего университета. Семестр будет проходить с начала октября месяца, с 1 октября по 25 января. Это один семестр. Проект рассчитан на 3 курса. Первый курс с 11 до 12 лет, второй курс это 13-15 лет и третий курс это 16-17 лет. Занятия будут проходить на базе университета, в лабораториях, в музеях и в исследовательских центрах. Несмотря на то, что документы начали только принимать, заявлений поступило немало. Первым из них университет подарил подарки. Я хотел записаться на практическую психологию, ведь для начала нужно узнать себя, свои сильные стороны для того, чтобы выбрать свою профессию. Открытие детского университета запланировано на 1 октября. Если вы считаете, что ваш ребенок должен стать студентом этого заведения, вам для зачисления необходимо следующее. Заявление по установленному образцу, копия свидетельства о рождении или удостоверения, фото 3х4 и скоросшиватель. Динара Абдуалиева, Арман Досмагамбетов, телеканал Актобе.